Сделали прически и нарядили елку. В канун Нового года в детском социально-реабилитационном центре «Возрождение» прошла благотворительная акция. К детям, которые по разным причинам остались без попечения родителей, приехали сотрудники радиостанции «Серебряный дождь Саратов». Также к ним присоединились саратовские художники, стилисты и просто желающие помочь. Вместе с художницей Еленой ребята рисовали новогодние плакаты, а с Юлей мастерили елочные игрушки из цветной бумаги. Парикмахеры сделали мальчишкам и девчонкам стильные прически и укладки, а художница Софья нарисовала небольшие портреты на память детям. После красивые и нарядные дети вместе со взрослыми украсили главный символ Нового года – пушистую зеленую елку, создав в своем временном доме по-настоящему домашний уют. Один из основных таких семейных ритуалов новогодних – это совместное украшение елки. И я думаю, что здесь тоже имеет место быть этот ритуал, потому что дети живут постоянно друг с другом, и они действительно роднятся, они здесь больше, чем просто соседи. Также дети получили в подарок различные игрушки, полезные канцтовары и сладости. Благотворительная акция «Елки под серебряным дождем» проходит в Саратове ежегодно. И это не последнее в уходящем году. Сотрудники радиостанции подарят праздник воспитанникам еще двух реабилитационных центров в Саратове и Энгельсе.